У меня австралийская ягнятина. Такой кусочек. Нарезаю ее и мариную. Буду готовить на гриле. Вот так она шикарно выглядит. Маринад у меня самый простецкий. Соль, перец, 3 помидорки и 1 зубчик чеснока. Так, выкладываю ребрышки в посуду, в миску. Вот так хорошо. Солю. Перчу. Готово. Теперь разрезаю помидорки пополам. Нету маленьких, можно одну большую. И чеснок. Готово. Посыпаю сверху чесноком. И помидорки просто выдавливаю сверху и бросаю. Остается все это перемешать. Теперь, когда хорошо перемешал, выкладываю их плотненько, чтобы они были плотно, и оставляю на пару часиков мариноваться. На улице потеплело, и готовить на барбекю просто одно удовольствие. Поехали! Две минуты и переворачиваем. И бросаю небольшую веточку розмаринчика. Просто для запаха. Все просто, натурально, без особого изыска. Температура, при которой готовлю ребрышки, 170-200 градусов Цельсия. В Фаренгейтах это 350-400. В описании напишу. Готовятся они недолго. 10-12 минут и все. Почти готово. Последний штрих, который я добавляю, это я их ставлю вот сюда на жирную сторону, на ребрышко так, чтобы чуть-чуть жирок поджарился. Покажу, сколько здесь жирка. Удобно взять. Вот. Жирок вот этот поджарился. Так оно вкуснее.
вот так поджаривается. Жирок. Вкусный он тоже получается очень. Все, пора обедать. Ну что, дегустируем. Какое мясо внутри. Не буду дразнить вам вкусом, описывать его. Просто попробуйте, если есть такая возможность. И насладитесь этой вкуснотищей. Очень вкусно. Тебе нравится? Очень. Для меня так эти ребрышки очень вкусные. Супер нямка мяса. Очень. Очень вкусно. Самый последний возьму.